Я не знаю, что обычно говорят в такие моменты. Я просто люблю эту жизнь. Я люблю свою семью. Я благодарен всем своим друзьям и близким. Я благодарен Всевышнему за все, что у меня есть в этой жизни. Поднимите сегодня за меня тост, потому что я не пью. Сегодня мне 35. Yeah. Ты меня признаешь, когда меня не станет. Да, он был крутым, напишет все издания. Пару бывших точно будут без сознания. Хэштег R.I.P. Давай до свидания. Середина августа, Сент-Тропе. Зачем эти понты? Я должен быть в Москве. Должен сидеть 15 суток в ОВД. Тимур Эльдарович опять на НТВ. Сложнее или проще? Какая разница? Я не из народа, но народ тянется. И каждая вторая ждет от меня кольца. Чтобы сходить в ломбард, будь честный до конца. Мама, мне уже 35. Пора жениться или тему закрывать. Одобри хоть кого-то, хочу еще детей. Алиса мне сказала, что я женюсь на ней. Ха, это долбанная правда. Я вряд ли допущу кого-то к ней ближе ярда. Подрастешь, поймешь, это наконец. Парней бывает много, но лишь один отец. Папа сделал коммерческим рэп. Папа мажет черную икру на хлеб. Папа прыгает в private jet. Папа уверен, что в игре таких нет. Папа точно не катает вату. Папа не живет на зарплату, папа не умеет врать, прости. Папа точно не умрет от скромности. 45 метров залетают в порт. Чисто босиком захожу на борт. Я не блогер, нет, я бизнесмен. Меня Инстаграм не поднимал с колен. Я не живу ради лайков, ради просмотров, ради репостов. Просто я на лодке поллета, а ты зашел сделать фото где-то. Я с кайфом удалю свою страницу. Закончу с музыкой и не вопрос. И заплачу сколько надо денег, чтобы меня не печатал Forbes. Переоформлю на брата бизнес, чтобы начать все с нуля. Уверен, в аппарате президента сделают ставку на меня. Ты опять звонишь мне, хоть я знаю, спишь с кем. Все как в этих книжках о плохих мальчишках. Нафиг мне спасать тебя, лучше покупать тебя. Это катит каждый раз, как всегда. Все получил, зачем гнался, да. И на вершине остался, да. Ни для кого не старался, yeah. Да и с тобой не остался, yeah. Деньги, слава, все покажу, yeah. Кто с тобой кого размажет. И тут сказок не надо. Есть вопросы, звони адвокату. Ставки растут, все на карту, yeah. Ты грязно играешь, опять портишь карму. И как гаснут фейерверки, так этот день померкнет. Я задуваю свечи, сегодня мне 35.